За кого? Не знаю. Ты еще не зашел, что ли? Заходит. У меня кинул за США, короче. Сейчас посмотрю, просто. По понятным причинам. Тебе нравится Нига? Нет, просто потому что я тоже проигрываю. Какой отряд? Создает отряд. Фокс, эхо. Эхо. Так, за кого играть-то? Ну, за инженера. Алексиан, появись. Давай, давай на Б. Танк на С, мы как раз сюда пойдем. Я подлагивает буду. У меня, кстати, тоже что-то я не пойму. Пехота. Так, это не наши, это не наши. Так, давай-ка. А, танк на Д. Так, наши С берут. О! Где бы отмечать установить? Блин, давай на С. Ну чё? Я в глубокой шоке! Ну, на шарке мы. А, в Батуске решил. Мы засекли легкую бронемашину врага в вашем секторе. Вот он. Еще один. Саныч, почему мне постоянно не показывают, что ты играешь в Баку? Ах ты! Он меня положил, лол. Ты там что, спрятанный постоянно, что ли? Я не ставил ничего, не знаю. Он еще и второго спокойно поднял, жесть. Так, давай-ка на лучше ставишь. Что-то там... как-то печально. Что-то началось. Мы засекли легкую БМ противника в вашем секторе, прием. Что-то наши джип-танк даже не взяли, воу. Прием. Мы зашли уже, когда все шло. Только началось. О, по очкам видно, что вас уже берут. Я тут ничего не могу. Слева похода. Внимание, противник с противотанком в вашем секторе принят. Слева. Следующий я забрал. Половину человек забрали. Восемьдесят шесть, я ему 80, представляешь. Какой-то... Эх, отбираю этот, понял. Вражеский снайпер, соблюдайте осторожность, прием. Да я помню. Ну, там БМПшка. Вашу цель потеряна, срочно вернуть контроль, прием. Я промазал. Прыгнул вниз. Давай. Чини. Еще и джит берет. Так, завайся. Сейчас я мы за ним пойдем. В какую сторону поехал? Внимание, цель захвачена. Прием. Я его вижу. Вейк, что ли? Нет. А. Внимание, цель потеряна, прием. Блять, мне еще план взял. Да, он был. О-о-о, давай в море. А он плавать же может. Он сейчас меня разрулит. Чини. Он еще живой. Вертолет еще. Или нет? Нет. Они все точки-то брали, у нас как? Сейчас у меня перезарядится. Давай, давай. Так, я чуть назад отъеду. Что иначе будет больно. Все. Он мне дважды попал, волк. Снаряд причем рядом пролетел. Что я не понял? А что было-то? Я
Так я умер, что ли? Лол! А что было-то вообще? Там танк выстрелил, и тебя, видимо, убрал. Ну отлично. Я вообще не понял, что было. Я ж сел, я ж сел там. Миша, сзади. Все, вертолет запоролся. Добивай его, добивай! Пугать дали маленькую. О. Сейчас мы. Засекли вражеского снайпера в вашем секторе. Прием. Быстро. Так, а где мин нету, я надеюсь? Вижу, ну там смотри вперед, там пехота может. Танк противника! Танк противника! Засекли. А вон там вот был враг, вот этим забором. Пидорас. Ты за кого надо? Внимание, цель зачищена, повторяю. Фри-фри. Сука, как у тебя 6% осталось, ты уже тварь. Внимание! Внимание! Цель наша, повторяю! Цель наша! Прием! Опа. Сейчас его разрулят там. Блин. Мне опять все сбросилось. Стоило из игры выйти. Кого не вижу. Мне не нравится, что он... что стрелять по вертолету у вражеской точки это хорошая идея, там кажется. Опа, там засадили. Даже гори, чеки. Танк противника в вашем РПД. Соблюдайте осторожность. Принял. Как скажешь, сзади, там сзади. Да поздно упорол. Танк, что ли? Нет. Ну это что? А, чувак с РПГ. Нет, у меня нет ремонтного тулса. Хорош, без быстро. А, все, поздно уходим. Можешь вернуться в строй. Эй, возьми аптечку. Чельно? Вообще, как так тикеты можно сливать, я не пойму, люди. Снайпер врага обнаружен в вашем секторе, прием. Тут же никого нету. Блядь, да блин, он на лестнице, сука, я вот. Я точки не могу успевать захватывать. Он лежит. Меня на лестнице. Убивает, вот в одно рыло, да? Невозможно. Просто педант. Давай, джи, если танк не возьмут. Нет, сели. Так, на тушке. Слева танк стреляет. Жесть, там ездит от мада. Я успею, я успею! Блин, а меня из БТРа, прикинь, убило. Я техник, я БТР снес. Во, прямо. А знаешь, почему ты его снес? Потому что я его вывел из строя, а ты добил. Все равно. Вот нет, ты 90 снес. Давайте добивайте. Ездит, да. А, нет, танк не застрял. Мне еще спину тут стрелял. Ну все равно вертоль где-то, судя по звуку, рядом. Точку открывает, точку открывает. Мы танк уже потеряли. Скарыч, ты в проходе встал. Вертолет врага в вашем РПД. Что за любимая привычка встать в другом проходе? Там катер стреляет с берега. Нет, в фонтане. Нет. Свой, блин. Внимание, внимание, мы захватили цель. Вертолет снесли. Прием. Там катер стреляет с берега, люди. Так, я на F. Отчаянник на F. Мазда Фингерс. Фингерс.
сука, задолбал. Еще и прячется, гад, по полчаса. Мы засекли, что в вашем РПД перемещается пехота противника. Соблюдайте осторожность. Прием. Чип прекрасно. Внимание, разрулил меня с Рафиком в один выстрел. Тачка. Танки или фонки? Еще БМПшка сзади бежит. А на F уехал. БМП на F. Танк разобрали. Цель нейтрализована, прием. Опа, а еще кто-то пальнул. На Д мне срочно нужна поддержка на Д. Блять, скажи что. На Б, блять, будет. Да тут кругом, блин. Я одного убил, меня в спину. Че отобрали? Е отбирают и. Тут тусоваться где-то тусуешь вообще. Б берем. Похоже, в вашем секторе обнаружен вертолет. Они проще джета брать и вертолет делать. Внимание, цель зачищена, прием. Кого положили? Скосили просто. Опа. Где он? Одного сняли, один в здании был. Не знаю, сняли. Ну вот наши прибежали, они, по-моему, КамАЗ захватили. О, приехал БМП. Ты живая? Сейчас мы... Нет. Я ушел. Да блин, фига их тут. Одного завалил, там еще двое. Б забрать. Потеряли F, мне отобрали, джет берают. F вроде забирают назад. Мы а вот. Нам надо А забрать попробовать. На Б еще че? Ох! Нет. Да как, блять, я только появился. Танк приехал. Да не танк, не понимаю. Не танк еще. Блин. Это жесть. На Б? В вашем секторе отмечен снайпер врага. Соблюдайте осторожность. Прием. У меня тут танк прямо передо мной. Сейчас появится. А вот и я. Блять, живой! Живой! И тут еще двое. Блин, появился.
Как чтобы сдохнуть. Ты экран сбил только, да? Трандец, я ему в жопу в горящий попал и ничего не сделал. Сами когда в экран попадали. Чушь, блядь, такая чушь. А че-то вы у меня первый уровень стали. Мы, видимо, нубцы просто очень большие. А что, блядь, тут не сели? Внимание! Цель потеряна! Цель потеряна! Прием! Больно сильно. Тут С4 чувачок бегает. На другой стороне. Отлично, цель под контролем. Понял? Еще снайпер стреляет. СБ, СБ, СБ где-то, СБ где-то. Еще не только СБ. Со всех сторон! Можно умирать. Че, уходим? Да. Разные стороны. Рассыпнуло. Это, блядь, Бэтвер, что ли, стреляет? О, жесть! У меня тут два танка. А где этот Бэтвер? У меня тут два танка. А, вот он. Сейчас, Кирсаныч, у меня оттягивает время. За тобой снайпер. Передо мной. Еще один бежит. Блядь! Появился. Убил я его. На Кирсаныча появился, воу. Я меня так что меняешь. Да твою мать! Короче, воздух просто резко тут. А как меня убивают с другой стороны? Через стенку. Блин, да дайте мне в танк-то пальнуть, еще загораживают собой. Я не помню, кто стреляет, где стреляет. Я не умираю. Но важно. Все подкрепления какие-то идут и все, что я могу сказать. Скарчик еще живой. Я только что появился. Вот стой, вот только сказать, что я живой. И мне стали. На подавление стреляю из дробовика. А, вон он. Не вижу, что стреляет. Я в него попал. Где танк-то? Нет. На АД поднимается, чувак. Наблюдайте осторожность. Прием. СП перехочу, чувачка. Внимание! Обнаружили противника в вашем РБД. Наблюдайте осторожность. Прием. Отлично, мы на месте. Цель зачищена. Прием. Засекли танк противника в вашем секторе. Соблюдайте осторожность. Прием. Ну и два вертолета летают. Чё, два? Один наш. А, это наш? А, мы джета брали, я уж... Внимание, убедил. Цель захвачена. Прием. Скачи, скачи. Танчик задестройте где-то. Блин, а я другое видел. БМП, че нет? Спину расстреливают. И меня М16 перестрелял. Я его убил. И меня сразу убил. К врачу записывался? Там БМП катается сюда. Засекли пулеметчика. Противник в вашем секторе. Прием. Так я просто на Дерисну смену, это че? Больно будет. Вон БМП стоит. Внизу. Да, БМП меня ножом срезали, ёпта. Да, раз. Всё, смотри. О, блядь. Вовремя, блядь. БМП еще жив, БМП еще жив. Ох,
потому что ни хуй кто спирит. Короче, чини. Сзади персант тебе подходит. Пофиг, я умру вместе с БМП. Чиню. Не успел. БМП разрулили там. Я в твой БМП один раз успел садануть, потому что БМП стреляет, я саданул, потом смотрю, она уже желтая, там Кирсаныч сидит. Желтая? Ну, внимание, ты же из моего отряда. Зеленый тогда. Я не воспринимаю его как зеленый, на желтый там. Чувак, на дыбе у тебя прям под носом. Отжимаю дед, пора здесь вертолетную кровь. Спасибо, братишка! Блин. Ты срулил вертолет кто-то? Нет, он сам упоролся, но я в него пальнул, но вроде бы не попал. Нет, не попал. Он упоролся просто. А волк. Ну вот все точки взяли под конец. Так можем выиграть. У них же одна точка есть, они не теряют точки. Главное не давать им отбирать. Вы на Б, БМП. Сверху туба. На Е тоже тут народ. Я в него попал даже. Не горит даже. Я пойду с ним поговорю о более близких идеях. Сука, быстро отлетай. Меня сейчас накроют. Да ты прилетел! Я это видел. Как вылетел. Стратосферу. Да, блядь. Справа от Б. Там справа, слева у меня от стены. У меня вообще создание расстреляет. Ну вообще, конечно. Внимание, цель нейтрализована. Прием. Внимание, снайпер противника в вашем РБД. Ай, жесть. Я пачку кину. Забирай, забегай наверх, я сейчас накрою. У него РПГ. Он за стеночкой там, надо сейчас позапыли ему тоже. За стеночкой. Видел? Внимание, цель наша. Вот справа, справа, справа. Гранат прилетела. Мы отбили точку такую. А, забежал сюда один с пулеметом. Сейчас накроет, он на главном входе. Ах, сука. Давай, значит, сзади ему зайдем, сейчас в твою сторону. Где он? Где он? Блядь, мне... В комнате. Убил, 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 убил. Соблюдайте. Еще пачку патронов кинул, да? Скажешь, что ему? Ааа. Граната прилетит. Еще одна. Я его убить не мог. Там еще один, гранату кинь. Осколочная пошла! Ложись, граната! Все, вы сняли. Блять, удерживаем Д! Да, Д, я а, не успел. БМП, БМП, на это. На Б! Беги, беги, я буду стрелять. Нам еще сверху идет. Клинжик врага в вашем секторе, прием. Блин! Блин, жесть! Меня в этой комнатке, сами понимаете. Я резну человека не могу. Такой жестяк творится. Цы наша. Мы можем победить еще. Парь меня отдам. Да нет, не уходит. Почему ты счетчик уходит? Мне вообще разрулить всех в сторону, не понимаю. Вся команда на Д. На Е, на Е, надо Е. Он здесь! Я на Е.
Так, я наш. А, убили, сука. Сестра. Такая жесть происходит. Из-под носа у них отбираем пока что. Давайте, давайте, еще одну. Еще одну точку мы выиграли. Меня убить. Я кого-то гранату успел убить. О, мы выиграли! Класс! Блин. Вообще, как это, как? Сколько там очков-то осталось? Что там, 5 к 0, что ли? 6? Жесть! Ну, слава богу. Оказалось, уже такая безвыходная, да? Они, наверное, там просто у них уже днище рвет от ужаса. Как такое может быть? Разрыв, ёпт. Жалко, чата нету дальше. Тут, наверное, бы сейчас писали. Нет! 4 к 0. Офигеть!